Привет всем, друзья! И вот в этом видео хотел бы вам показать с той же самой лачете, как я буду красить бампер, фартук. Ну и в следующем видео я вам покажу, как я буду этот порог красить. Все, одеваем маску. И будем сейчас красить. Покажу, как что краску размешивать. Вот у меня база под лак идет, она не металлик, простая, обычная. То есть вот я буду, наверное, сразу кистолет мешать. Так вот, кстати, и поставлю. Наливаем где-то. Где-то у нас получилось тут. Нет, сюда я. Где-то у нас получилось тут грамм 60-70 грамм краски, обычный подлак, который. И растворителя. Где-то процентов 20. Хорош. Вот так где-то, да. Ну да, туда пока так. Сейчас помешаем прямо в пистолете. Потому что надо уже быстрее делать, быстрее отдавать эту машину. Прям мешаем там. Все нормально. Пробовал я эту краску, перекрывает она очень хреново. То есть ей красишь, ей надо раз 5, чтобы она перекрыла. Компрессор все у нас накачан. Все, начинаем с больных мест. В предыдущих видео я вам показывал то, что вот я шпаклевал там, паял. Там был кусок выдранный. Это все вот надо там перекрыть, сейчас будет. Все, начинаем. Так, сейчас чуть улили там. Не уливается у нас. Я говорю, что она плохо очень перекрывает эту краску, блин. Мат в моих роликах, наверное, будет уместен. Так что, ребят, не обижайтесь. Извините, я вытяжку не включу, а тут отдыхаю потихоньку. Поклевку не перекрывает сразу. Вот она. Я говорю, что краска очень плохо перекрывает. Дорогая краска. 350 рублей 100 грамм. Эта краска стоит. Делаем.
так, в принципе, ничего сложного такого. Я там один человек, кстати, просил видео заснять ему, чтобы время помочь. Вот, кстати, в принципе, это видео для него. Да, со шлангом тоже проблем бывает. Тепло вытягивать. И включим нашу подвижку, она погреет. Сколько мы дали, где-то, наверное, чтобы перекрыть. Слой 3 мы дадим тут. Чтобы нормально все было. Вот где? Слезть или наоборот тянуться? Погромче, тихо. Ну давайте, короче, это. Сейчас я 2-3 слоя пройду, там посмотрим, как перекроется, и в следующем видео вам покажу, как будет выглядеть. А потом в дальнейшем вообще покажу, как будет с лаком уже. Всем спасибо, до свидания. Ну это, как я обещал, третий слой будет. По-моему, я уже сделал, правда, снимаю.
Завтра все будет зашибись. Все, плоскость, столет.